Уже и дела, пацан. Но как раз таки ты лезешь туда, старая корга. В следующий раз увижу. Потому что я проходил уже. У меня есть тачки. Что репорт? Что это было? Почему я погиб? Что это за бред, блядь? Ладно, все, давайте без такой тачки. Это бред какой-то, я не врезался ни во что абсолютно. Офигеть, и мы заново. Серьезно? Почему нельзя поездки скипать? Мама, ну не звони! Что ж ты звонишь-то все, ну? Алло! Дворец удовольствия, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо, и откуда ты звонишь? Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня... Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бабе. Можно скипать, согласен. А, переодеться надо.
Красиво оденемся. Я же на работу иду, первый день, надо красиво одеться. Ну завод и что? Да какая пиратка? Армейскую возьму. Я же с армии вернулся. Дима, привет. Перемесишь все ящики. Закину 10. Спасибо. Какие ящики, брат? Какие ящики? Спасибо большое. Что за ящики? Где музыка? А где музыка? Почему минус вайб? Ладно. Тихо. Ну что ты, сори, блядь, у меня времени мало. Сейчас бы вышел по базаре, либо по-серьезному, по-мужски. Блин, джип вообще не заносит, кстати. Блин, джип вообще не заносит. Тебе минус 30 без крыши ехать. Какая разница, тогда не было кондеев. Выключи эту игру, графика отстой. Нормально. Ты что делаешь, мразь? Чё, блядь? Эй, дед! Сука, повезло, что ты уезжаешь туда. Тут нет радио. Тут нет радио. Красиво вышел. Как в этом форсаже. Как в форсаже вышел. Охуенно. Дверь прикрой, тянет. Здравствуйте. Что надо? Ну, я Дмитрий Ликс. Паларда. Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папаларда к твоим услугам. Зови меня Дерек. Помню твоего отца. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Угу. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. Факт. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Костюмчик Томми Анджело нашел. Пошли. Пойдем, покажешь мне.
А, если я все ящики понесу, сейчас мне 10к закинут. Так это изи. Бум. Думаешь, тебе зайдет третья мафия, где специализация на зачистке точек... Видишь ящики? Нет, грузи мне не нравится, мы играли. Закончишь — получишь десятку. Какой потеряешь грузовик? Или сломаешь чего — получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Ну и чё, я погружу все... А, нихуя он так медленно носит. Подожди, ты реально хочешь, чтобы я все ящики заносил? Мне похер, я делаю. И сделайте сразу нарезку в YouTube. Бум. Что будет, если погрузить все ящики? Можешь позже выключить камеру, потом открыть карту и нажать кнопку снизу в центре экрана, а потом включить камеру обратно. Да уж, это будет ну очень весело. Я думал, это пчелкинская. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Ребят, ну я устроился на работу. И уйти можешь. Я на работу устроился, я не могу уйти с работы. Господи, это за десятку? Да уж. Издеваются. Что делать? У меня папа тут работал, и я буду тут работать, и сын мой будет тут работать. Эх, костюмчик надо было другой одеть. Придется, конечно, потом его в химчистку отдавать. Спасибо, брат. Ага. Как эти ребята такое выносят? Всего давай, 5 минут работы и уже всех ненавижу. Ужас. Блин, да мы уже большую часть погрузили, уже 4. Лучше с дальних начинать, чтобы потом легче было. Лучше с дальних начинать. Чё, я почти погрузил. Shift жми, придурок. Слышь, придурок, не понимаешь, что здесь не работает ускорение? Знаешь что? Сдались мне эти копейки. Чё за скам? Я не могу грузить. Скам хуйня, понял. Ну, ты всё? Да, я всё. Да, я всё. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к чёрту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Слышь, Росомаха, не пизди так кучеряво. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Да. Что, Барбаро? Да, и что? Чёрт, знакомцы Джонни будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Опа, уже кореш, уже кентафарик. Журнал, вам бы лишь бы журнал увидеть. Ну что там в журнале? Где журнал? Не успели взять. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбара. Это мой кореш. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чертовы бабы, все одинаковые. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь гребаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мой друг. Мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Считай, ты уже встал.
Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Спасибо, Джо. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Ты не против? Пожалуйста. Дим, хоть ты и не пацан, так как куда целовал между нами, но поздравляю. А, вот. Исправляйся. О! Нихуя! Может, его дома нет? Может и нет. Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Бум. Ну да, герой войны. Кого ты сам такое погрузил? Парка. Ладно, спасибо. Это мы да. Твою сейчас погрузим и на Кавказ увязи. О, проверить, тихо, 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 тихо. Что говорит ты только что? О, брат, спасибо за 5000. Я в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня спасибо. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать. Спасибо. И тебя с Новым годом. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку сырых. Я настолько не погрузил. А если нужна стрижка? Ну, тогда спасибо. Тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дворь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они... То есть он теперь моими руками решил грязь делать, да? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги. Коммуникация, а? Ребят, всегда в жизни. Что умеете сказать? Разговаривать, зарабатываете. Да, уж это получше, чем таскать ящики. Все, ну просто. Ладно, приступай. Что вы тут поднять хотели? Ну и что, показать легенду? Это что такое? Открыть легенду. Ну, обычная фотка. Вам бы лишь бы это... Что, здесь надо побазарить? Я собираю плату за услуги парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Передай, такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. О, как базарим. Любимыми в этом году. Ага. Вам и вашим близким. Настя Глинкова! Глинкова, поздравляю тебя с Новым годом и желаю всего хорошего. Любите, будьте. Спасибо большое. Спасибо за 100. Настенька. С Новым годом. Значит, ты не хочешь, да, со мной говорить? Я правильно понимаю? Ну ладно. Сука. На нахуй. На нахуй, блядь. На, подавись. Рад, что ты решил одуматься. Мужики. Эй, приятель. Дерек собирает деньги за стрижку парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. В следующий раз не затягивай, ага. Напоминаю, да-да, не за что. Так, эй, Дерек, дед. Собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот, я не хочу проблем. Не давай, откладывай бабки. На последний день. Пока я не отпиздил тебя. Опа! Мбаппе? Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше. Лукаку? Пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Сейчас. Дерек идет нахер. Что этот жилтрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты уродец. Ты думаешь, здоровый? Так большой шкаф быстрее падает. Давай. Ух ты, сука. Блять. На. Блять. Сука. Упал, блять. Выбей из него дурь. Упал. Вау!
Сука. Теперь тебе еще и зубной нужен, помимо парикмахера. Кто не заплатит, деньги будут лежать так же на этом полу. У кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки? Вопросы? Все. Бум. Передай привет и поздравь с Новым годом мою девушку Ксюшу. Ксюша, с Новым годом! С Новым годом, Ксюшенька, от анонима. Спасибо большое. Вот держи бабки. Босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Я знаю. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждет тебя у Фредди. Хорошо. Блин, полный привод решает. Самая лучшая тачка для мафии, мне кажется, вот эта. Она поворотливая, пипец, смотрите. Ее вообще не заносит. Восемь с половиной онлайнов, ты не... Ладно, был неправ. Но пацаны не извиняются. Ты не пацан? А что, за тобой улица стоит, что ты так со мной базаришь? Может, это накрутка вообще, я же не знаю. Все может быть. Так, делаем, делаем, делаем. Вот идеально. Просто, господи, как я оседлал реальное вождение здесь. Посмотрите, что я делаю. Это я вообще? Это легально так ездить в мафии на реальном управлении? Маленькая Италия, Small Italy. Райончик. Да, сейчас посадят, да-да. Здорово, ублюдки. Эй, Джо, я здесь, выходи. А где его черти-то носят? Был. Я работенку делал. Сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Опа! Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита. Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Как ты себя самого? Доверяю полностью. Ну тогда слушай, у меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Окей. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что?
Слишком круто? Слишком круто нет, для тебя. Нет, нет, просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом Мария что Аньела? Делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 сколько? Баксов. Сколько? Подними ладно, до косаря, иначе я... Нет-нет, Вита забуду пойдет. Об этом разговоре. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Да мне похуй, конечно, бабки да, не проблема. Ты видел нет, мой проблем. Гараж? Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, давай, пока. До встречи. Удачи, Вита. Пока, Джо. Блин, Джо просто шкет. Моими руками зарабатывает бабки. Кореш называется. До встречи. Да эта тачка управляется прикольно, она нормальная. Алиса, включи музыку из Чикаго 40-х годов. Вот что я нашла среди плейлистов других пользователей. Включаю Чикаго 30-е ГГ. Майкл, Ледик. Ну, очевидно, что выше, да, наверное, надо, нет? Ледик. Стоп, а где Мария-то живет? А, Мария, вот. Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я Генри Томасино. Он сказал, что может помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Без проблем, это мадам. Напротив управления, так что тебе практически по пути. Да, без проблем. Что это? Ух. Хули так быстро, а тебе дольше и не надо. Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодежь. Все нормально, мамуль, не переживай. Ладно, малыш, тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто, влезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем так. этаже. Там же кабинет директора. В кабинете. Я думал, она сломается просто быстрее. Ладно. Я залезаю в окно черного входа. Блять. Раз тут въехали. Тащу идиот. Держись, папа! Держись, бабуль! Будь осторожен. Понял. По ночам все нормально, все нормально. Попади себе. Вот молодежь пошла. Стоять! Стой! Все нормально, не переживай. Бывают небольшие ДТП, ничего страшного. Она зачем она под меня сумку кинула? Это бомба была или что? Зачем она под меня сумку кинула? Нифига себе, я думал заказное. Ладно, высади меня вот тут, у больницы. Давай.
тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Конечно, спасибо, обращайся. Мария. Давай, встречи. Мария. Сигналку в подвале. Сделаю обход. Скатертью дорожка. А где подвал-то? Кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Это был робот? Это манекен? О. У меня заложник! Какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. Ты купил телевизор? Что? Мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? А они его... Дядя Мэри умер пару месяцев назад и оставил чуток денег. И ты купил себе на них телевизор. Алиса, включи Robo Dance. Ну-ка. Включаю Flash Master Ray. Песня Robo Dance. Ладно, поплясали и хватит. Ой. Спасибо за $1. Что с сигналкой? Где типы вообще, блядь? Никого нет. Вообще никого нет. Что мне сделать-то надо? Зачем мне на рестарт нажимать? Если я прохожу миссию. Ух ты, нихуя ты, блядь! Блядь, нихуя это было резко, ладно. Ладно.
Нихера себе выскочил. На скейте просто вывалился типок. А, вот здесь выключить? Что-то нужно, да? Дождичка в четверг. Помолчи-ка, я кроссворд решаю. Ах, малина. Пойду-ка сделаю обход. Скатертью дорожка. Куда? Что мне надо сделать-то? Какие планы на выходные? Бум! Ты купил телевизор? Мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? И ты купил себе на них телевизор. Вот это? Умер. Что-то. А. Так, вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. А где сейф? Ага. Что это? Нормально сработали, блядь. Ну давай ты быстрее, сейчас копы приедут. Зачем рестарт мне делать? Все чисто сработано. Да нет меня там никого, блядь. Мужик, ты ничего не видел.
Выйди из этой гребаной тачки, мразь! Эй ты, вылезай! Вылезай! Пожалуйста, не убивай! Вылези! Ой, блядь! Ух! Ё-мо, извини, дед! А, чёрт, бежим! Сейчас бы ковшом убило! You'll find your heart in fallen all over town. Блин, Fallout, что-то Fallout захотелось. Блин, мне столько всего хочется в последнее время. Fallout, вай поймал Fallout сейчас. Денег не дадут, да похуй. У меня же есть бабки. Ребят, это РП. Не всегда все получается чисто. Не всегда все получается чисто. Но там графика, правда, уже устаревшая. Стоп. Понял. Ну, и как успехи? Все отлично. Ну, все пошло не по плану. Комар носа не поточит. Мы договорились. Всего минус три дали. Если будет пальба, ты получишь... Бро, пальба для меня не проблема. Я хорошо. Могу получить и меньше. Мне нравится стрелять, пойми это. О, меня черт. Это заводит, как гребаная деваха. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи... О, бля, говно, миссия начинается. Их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Тумбочка. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я или тебя тумбочка. Не забуду. Или тумбочка. Так непонятно. Что непонятно. Чем быстрее их свалишь, тем больше тумбочка, получишь. Да. Не те талоны взял. Нормально все с талонами. Норм-миссия, да, сейчас мы будем на реальном вождении. Здесь сейчас ебаться просто. До встречи. Давай, ББ, я к ЧБ, ёпта. Buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey felt that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь? Они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усё? Ясное дело, приятель. Строго между нами. Нормально, выполнили. А сколько надо? 6 всего надо сделать, да? 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эту надо будет точно делать. Блять, раз. Я не успею, нахрен. Лучше сразу сюда ехать. Вот сюда. Лучше сразу вот сюда. Сюда, сюда, сюда. И сюда. Или сюда, а отсюда сюда. Отсюда сюда будет тяжело ехать. Ну похуй, делаем пока первый раз как есть. Нифига чела заносит там нормально. And nothing, right, right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Off и нахуй. Спасибо за 100 рублей. Ты, боюсь, неправильно понял правила игры, дружочек. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. А как сюда доехать? Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи. Бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. А как доехать сюда?
Почему он не показывает час? А как я доеду сюда? Покажи маршрут. Почему он не показывает? Нет, не работает. Почему? Интерактивное устройство. Шпи-вари-вайт-вайт. Диман, включи вебку. Только съеби здоровье, ублюдок. Ну, вроде сейчас по прямой... А, я могу вот эту сначала взять. Не, сначала как будто вот это надо, а здесь по шоссе. Здесь проблема. А, ну мне это не надо. Давайте сначала за этой. Ничего не въебал, успокойся. Нормально. Я не успею, дружище. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно. Так, сюда, потом, да. Надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, давай, конечно. Бабки. Давай, держи, бабки. Бабло. Спасибо, друг. Найс. Ты меня не видел. Все, три заправки, уже половина. Сука, мразь. Давай мне, погазуй здесь. Let him say, for he belongs in a book of Edgar Allan Poe. Why don't we lose him? Wrap him in a blanket, carefully. Throw him out the window, a one, a two, a three. It'll be great to wear the grim and sick. Пробочная ситуация возникла. С дороги, с дороги. Ну иди, сука. Убийца, блядь. Ну едь! Now don't you ever let him get you all alone. He's the worst companion ever known. Эй, хочешь? Так, по идее, я могу поехать сюда и потом туда успеть. Либо здесь по скоростной магистрали сюда, но это не успеть будет, наверное, так. Купить несколько талончиков.
Мафия 2 нормальная озвучка. Давай, отпускай меня. Все, я поехал, бро. Давай, ББ, я никому не скажу. Завтра расскажу в газете. Because they know how he plays. When someone gives him a beat, he really breaks it up. When he plays Reveille, he's the boogie-woogie bugle ball of company B. Boogie-woogie, 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 boogie-woogie. Я уж почти доехал туда. Буги-буги-буги-буги. Слава запустил. Слава стримит что? А что стримит? Отъебись отсюда. Рейд Славе, ну сейчас, дайте миссию куда-то пройдем. Is sad when I'm not there. Oh, I haven't time to be a million. Готов все опыт. Да нормально все. Не, ну я сегодня, может, в 5 и буду опыт. Все равно, я посмотрим. Мне нужно кучу всего сделать. Блять, я должен успеть. Ну, чуть-чуть осталось. Если я успею, я гений. Если нет, я клоун. I'm very much aware. If I wish for well, it wouldn't be quite fair. 'Cause I haven't time to be a billionaire. I can't be no more. Эй, не интересуют лишние талончики? Конечно. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Умница. А теперь гони наличность. Да, отлично. Надеюсь, я из-за тебя не вляпаюсь. Не переживай. Просто не болтай лишнего. Сейчас уже полночь. Ну что, значит, погорел. Ну что за хуйня? Охуенно. Минус вай, плюс сотка. Диман, ты же сам сказал, сто кого. И тебя с Новым годом, брат.